Всем здрасте, здрасте. Это Альвинос и новая серия Divine Journey. И чем мы сегодня займемся? Так, во-первых, эти товарищи, не знаю, мне писали, что они, ну, одну добыли, что они работают без присмотра. Ну, не знаю, судя вот по шуму этого механизма, вот, они не особенно работают. Также с этим механизмом иногда, очень редко бывают проблемы, если... Я вот тут поставил 3 секунды. Почему 3, я не знаю. Что-то я хотел 2 поставить. Если очень сделать маленькую большую паузу, вот эту вот, то иногда тут появляется кирпич, и он блокирует работу этого механизма. Поэтому я вот тут поставил полублок, чтобы иногда это как бы восстанавливать. Вот как она выглядит, ферма. Я, как видите, дал... товарищам суперкирки, ну и не то. Вот, и за все время я даже на Шадова был, как он называется, в стриме, и за это время он только 2 пыльки добыл. В общем, за все время мне добыли 7 пыли. Вот, весь кабиол уходит в мусорку, а остается только вот эта пыль. Не знаю. Я тут еще немножко поигрался с... Вывел новые семена. Вот Redstone 10-10-10 выводил. Тут вот это занимало немало времени. Пить вот, ну да, вручную, да, кое-кому лень делать ферму. Ну, в принципе, один там день, раз в 10 минут посидишь и вывести нормальное семечко, думаю, не проблема. Также вывел ковсит, копперсит и шипсит. Это кликхеры, шоу. Ну, просто не требует по глубин, по фармингу, по-моему. Вот, они требуют. Вот, и все, что я мог, я тут вывел. Эти мне лень пока. Ну, как-то не особенно нужны. Поэтому не делаю, они не дают мне прогресса. Вот, а это я сделать не могу, потому что для этого надо инфузия. Инфузия это Томкрафт, а Томкрафт это еще на данный момент далеко. Также, что еще сделал, я уже не помню. Тут у меня по-старому все ловится. А, да, хоблинов немножко размножил. Тут новостей нету, ничего хорошего мне так и не подарили. Ферма больше, тогда вот получил 2 палочки, хватает. Так, тут у меня хоблины размножаются. Не знаю, я одного скинул. Для чего это надо? Иногда хоблины, как я видел на стриме, дают хорошие связи. Так, о, за 8 железа я могу получить вот этот кобальтит даст. Хоблин наггет, легетс. Так. Даст, наггет. Ну вот, нужен, в основном нужен даст, да? Купер, да. Давайте попробуем купим тогда. Железо-то у меня есть. И посмотрим, что он дает. Так, железо. Также хочу предупредить, что серии могут же хоть нечаянно уменьшиться. Так. Давайте 2 стека возьмем, не знаю, продаст он за 2 стека. Так, хоблин, ты вроде бы, нет, ты, нет, ты, нет, ты, нет, ты. А, тут в сторонке стоят девчонки, да? Ха-ха! Ну, блин, продай еще чуть-чуть, говнюк. Так. Это уже не хочет за уголь. Ну ладно, не проблема. То есть начальный старт мы можем получить у хоблинов вот таким способом. Так, уголь, не сомневаюсь. Так, так, дальше уголь идет. Блин, давай падай. Так, ты кто? Где ты был? Вот он ты, да? Давай еще мне, пока есть возможность, мы можем. А, все. Но что сейчас будешь? За это даешь железную кирку? Да пошел ты. Так,
Это мне не надо. За 9 и наггетсы дает один этот. Нет, извини, чувак. За 9 и наггетс это, за 9 и наггетс это. Что-то вы тут спелись, друзья, товарищи. Так. Нет, мне надо не это. Здоров. И ты то же самое предлагаешь, да? Эти хоблины рабочие, они что-то там продавать или делать не хотят, да? Да, блин. Надо пустой рукой. Так, 10. Так, 7. 17. Так, как мы их можем использовать? Usage. С гипсом. Гипсом я сейчас на данный момент сделать не могу. Потому что у меня нету дистиллери. И вот эти вот я, Owen, Witches, Owen, я не сделаю на данный момент. Ладно, тогда хай они работают. Так, а что вообще мы могли бы сделать, если бы у меня были эти, да? Я могу сделать один кобальтит гигант и из него сделать статуи. Так, ничего, этот работает? Нет, не работает. Так, подождите. Тогда вернемся к гоблинам, посмотрим, как они там нам предлагают наггетсы получить. За 9 один наггетс. Да, чувак. Где там наш продавец? За 9 наггетсов. Мне надо взять 9 наггетсов. Вот, опять он за железо продает. Ага. 26. Мне надо 9 на. Я хочу попробовать этого, как его сделать. Как он называется, уже забыл. Чтобы они мне поклонялись. Я хочу, чтобы они мне поклонялись. Железо накопать не проблема. Так, айрон. Ирон. На 32. Блин, я сейчас все железо сплавлю этим говнюкам. Ну, в принципе, железо такая вещь наживная. Так, ты вроде бы. А, ты уже не продаешь. Блин. Так, а мне сколько надо? За 9 они дают 1. 80 с копейками надо. Ого. Так. Давайте возьмем. Это интересно, впишусь я или нет. Я хочу гоблинатор сделать. Может, они тогда работать получше будут. Так, скажите. 9 и 5. 1, 3. Штаны. Ты 8. Не понял, сдвое, что ли? А, ты не даешь. За 9, 1. За уголь, да? Так, то есть долго мне с вами торговать придется. Так, все, уже передумал, да? Давай, булькай. Ну, булькай. Нет, не булькаешь. Ну, извини, наггетов у меня нету. Тебе надо золото, и ты мне даешь наггеты. Один, мне надо 9. 9 на 9, 81. Ага, 30. Что-то вы не плодитесь, да? Мне уж в таком случае легче. А что было? Синее, я не понял. Мне легче наплодить вас. И искать, может, еще какие-то. Так, чувак, сейчас почему-то они поселяются тут нормально. Я не знаю почему. Вот, давайте плодитесь. Так, с этим мы разобрались. Мне надо 81 слиток, и я попробую за кадром нафармить и сделать себе, чтобы они мною гордились. Этот сделать поклонение себе великому. Вот так. Дальше идем делать руну. Руну лета. Так.
Это руна, это они, к счастью, не тратятся, поэтому... Ой, не, не ты. Вот ты. Так, спасибо, это не то. Этот. Ну, вы помните, как я их добывал. Так, это пошло. Так, что у нас с эссенциями? Вот эти эссенции уже пошли сюда. Так, что из них? Капа. 4 каперуора. Не особенно надо. Юзать 8 бул. Тоже особенно не надо. Юзать литр из бедро воды. Юзать юсы. Особенно такого ничего с них получить. Это не знаю. Не особенно оно мне надо. Так, готово, да? Я еще могу получить одну руну. Так, не одну, а даже несколько. Так, дай мне мой заслуженный Guardian of the Class. Вот это, чего тут, мана дистрибьютор. Ну, вещь полезная. Стоит она рецепт. Не то ты мне дал рецепт. Вот из-за этой вот энтропии мне не очень охота их манодистрибьютор. Ну, можно тут поставить 4, там 4 и продолжить кормить. Но мне пока что маны, как видите, я ее трачу, и она почти что не тратится. Так что я думаю, на данный момент запускать ферму создания маны мне не надо. Так, это мы сделали, это мне не надо, это мне пригодится, это надо. Так, это мне не надо. Так, дальше, что я хотел сделать? Я хотел взять Regeneration, Instant Heal, Instant Heal, Night Vision, наверное, взять. Потом взять... регенерацию взял. Fire Resistance не надо. Strange. Strange Instant Damage не надо. Strange. У меня силы нет. Ну, одна есть. И, наверное, так... Strange сила, да, вот это еще Strange сила 6 минут. Возьмем. Так, потом мне надо пустые бутылки. Где мои пустые бутылки? Пустая бутылка. Чуть-чуть не вижу. Так, bottle. Бот. А, 8. Маловато. Так, рецепт. Давай. Так, кто у нас тут ходит? Здравствуйте. Вы что-то хотели? Нет, как библиотеку пройти, я не знаю. Так, пойти. Так, блин. Зарядить джетпак полностью. Полностью зарядить джетпак. Так, откуда у меня... Откуда у меня кирка оказалась? Я что, кого-то обделил? Так, стоп. А, я сюда залезть не могу. Или ты мне зомби, кто-то кого-то убил? Откуда у меня мази кирка взялась? Что-то тут не то. Давай, заряжайся. Ага, зарядилась. Так, одеваем, идем, смотрим, что за дела. Ну ладно, так, может. Кто у нас тут безработный? А как ты без кирки оказался? Заура, ты работаешь? Заура работает. Так, 31. Ну, копает по чуть-чуть. Так. Идем сюда. И тынк. Так, что еще бы взять такого? Фу-фу-фу-фу.
Вроде бы все взял, что я хотел. Еда есть, одежда есть. Она. Так, теперь йод. Вон деревня, тайга. Нетерспаун. Не то. Йод. А, вот, телепорт. Эл. Как я тут оказался, не понял. Так, ну чё, ребята, демократы. Пошли гасить. Так, это есть. Что мне еще может пригодиться? Ну, вот это возьмем на такие всякие. Это фазер. Да. Что еще может пригодиться? Ну, вот этот может быть пригодится. Так. Ладно, сразу же. Эти туда смотал. О, ну, планировано, ну, я попал в край. Вау, 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 потише, ребята, потише. Так, во-первых, магнит врубить надо. Где наш дракон? Где-то есть. Так. Давайте дракона тут оприходуем, если получится. Я надеюсь, у меня получится. Так. Еще есть желающие. Окей. Тут убито. Так, где наш дракон? Так, ты мне только другой. А, вот кто-то его еще хилит. Так, на этом я стоять могу? Вроде бы могу. Так, куфаем. Я хочу сердечко. Сердечко, сердечко. Возьму колечко. Так, 67. Сердечко взяли дракона. Где там кто-то? Так, тут где-то ползающие твари должны. Блин, я-то думал. А. Только так. Так. Ага, вот. Так, район не так-то и страшно. Я-то думал. Я-то думал, а тут, а ты. Так. Яичко я заберу. Куда оно исчезло? Вот он. Тот там на меня точит глаз. Вот. То я боялся, тут людей поспрашивал, говорят, ничего страшного, давай иди в край. Чего я так подумал? Так где вы там орете? Так, где мои? Все, это есть. Други мои. Так, что вы можете мне? Где ты там? Боевые. Вот этих я больше всего боялся в аду, из-за них и не шел. Так, теперь можем этих пофармить, что ли, товарищи.
глазики. И сюда. Ты. Ну иди сюда, голова ты с глазиком. Так, во, watch your eye. Enderbow. A call of watcher. Можно сделать, вызвать watcher. Так, это я не знаю, мне надо, не надо. Так, ну конечно, когда чем-то занимаешься, обязательно кому-то написать надо. Ай, не то нажимаю. Так, также дракониума можем накопить. Нас убират. Ну и начинается. Блин, надеюсь, вы не слышите, но у нас тут кто-то ремонтом вздумал заниматься. Когда я решил записью заняться. Так, можем набрать вот этого. Обсидианчику. Обсидиан-то не помешает. Так, подождите, пауза. Так, ну тут пока мне успокоился на мой сосед. Я думаю, надо... Ёшкин кот, я же их брал. Я же вроде бутылки брал. А куда они исчезли? Бутылочки пустенькие брал. Ладно. А как... вот, воздух ботания. Ну, в принципе, надо будет, я его в любой момент приду, заберу. Нафармил я немножко, так что пошли домой. Да-да-да, и тут все как полагается. Вот, мы дома, только я вот, наверное, плохо сделал, что я не... так, как... нет, request open. Так, climb. Драконик, climb. Complete. Climb. Call Watcher. Так, вот эти мне еще не дали, да? Жалко, жалко. Ну, ладно. Like quest. Infused Brave Base. Recept. А, ну это уже... это уже вечеры. Да, тут так пока что про эту можно забыть ветку. Так же самое, как и про Nightbreds Manure. Акселерон. Угу. Это надо нам пойти вот в этот вот мир, который как вот у нас, в моем случае, кабальтитеблок. Кабальтитеблок. Это при таких-то условиях. Блин, неужто его никак по-другому, кроме как через кобальт, получить нельзя? Рецепт. Ребята, вы серьезно? Ну, только кобальт его копать могут. Их что, миллионы надо ставить? Да, вот этот вопрос для меня еще пока что непонятен. Так, что мы из того, что набрали, можем хорошего сделать? Watcher. Можем сделать Enderbow. Infinity, мама, Infinity. Ну, этим я не пользуюсь, оно мне не надо. Call the Watch. Summoning Internature. Watcher? В Незере? Ага. Watcher в Незере. Это у меня есть. Эндершарды у меня есть. Так, эндершарды мне не нужны. Так, берем. Так, что тут по на... хавал. Так. Это я пыль хранил всю. Вот она. И этих сюда. Шарды эти только используются для создания этого. Пампкинс. Блин, вот это интересно. Не поверите, но меня это заинтересовало. Тем более у меня этих шардов сейчас... доступ неплохой, давайте сделаем. Интересно сделать штуку, что она дает, или вообще что она что-нибудь дает. Нет, она так не ставится. Ее можно как-то поставить, да? А для чего ты используешься? Юзич. Ты чисто декоративный, так тебе... о.
Ясно. Вещь прикольная, но она мне нафиг нужна. Так. Все остальное сбрасываем сюда. Это выкидываем. Так, бутылочка идет сюда. Red Hat Cluster. Это я, по-моему, сюда сбрасываю. Так, мне надо это. Из этого я могу сделать вот эти вот слитки. Вот эти вот камушки. Камушки закинуть сюда, это сюда, головы, ладно, сюда. Shine ore. Shine ore я получил. Это хорошо. Одна, две пыльки, три пыльки с одной, три пыльки. Слитка. Так, а если я делаю с этот пыль, как я могу юзать, использовать 4, 1, 1, 2, 2. Вот тут я ошибся, тогда с 2, 2 делает. Ну, тут по-любому надо ее кидать сюда. И 4 угля, по-моему. Ладно, дадим. Пускай она нам перерабатывает ее побольше пыли. Так, резонант. Нам тут ничего не дали. Ясно, резонанс мне нафиг не нужен, у меня их полно. Так, говорите, калвачер, рецепт, юзач. Один этот, молтен стон и хелл стон. Так. Юзач, давай калвача. Это, так, незери, говорите. Это берем Safari Net, не надо, берем Potion. Так, это сюда, это что ж мы там, а да, вспомнил, что я хотел сделать. Так, это мне не надо. Где мои все, вот они, яблоки, Apple. Так, где мои алмазики? Еще остались у меня таковые. Раз, два, три, четыре. Так, идем сюда. Берем вот это. Ну, на всякий случай. Кто знает, что там нас ждет. Так, ну идем убивать Вачера. Уж. Ай, 74 опыта. Нафига? Вдруг меня загубит. Я ж про Вачера, что я там знаю? Я знаю, что он Вочер, смотритель, или еще мне. А вы работаете? Что-то накопали? 32. Ну, работайте, товарищи, работайте. Так, идем вниз. В Незере, говорите. Странно, я думал, почему-то в этом только будет. Так, Вочер. Глазик. Давай, иди быстрее, ё-моё. Так, ты идешь сюда. Эть, давай, ё-моё. Хорошо, конечно. Ладно, вы мне не нужны. Так, берем нашу стрелялку. Надо экшен какой-нибудь хоть показать, а то все крафчу, крафчу. Так, где моя убивала? Здравствуйте, здравствуйте. Кто тут на меня? Ой-ё. Где там? Ай-ай. Все, подобрал. Call to Watch. Кто там ко мне претензии имеете? Нет? Кто еще претензии ко мне имеет? Кто? Кому тут власть Альвиноса не нравится? Так, пожрать все вот это ненужное сюда. Понадавали говна разного.
Ну, тут еще мне тебя только не хватало, да? Ладно, летай. Так уж и быть, прощу. Так. Берем камуфлик, я не знаю, будет он тут. Это же не Невермайновский. Так, где-то этот еще орет. Не нравится ты мне. Убиваем не того, кого хотел, но... Но все успокоились? Нет? Ребята, вы тоже на меня агритесь? Все, тишина, мир, покой. Больше никто мне тут мешаться не будет. Вроде рядом никого нету. Так, ладно, идем заниматься основной задачей. Так, освобождаем инвентарь. Так, это не надо, 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 не... О, зомби пигман. Окей. Че, жрем? И калтувача. Вау, какой ты огромный. Да, ты шума больше, чем толк. Все. Незрит это и чё? Call to watcher. Climb reward. Ой, спасибо. Так, ну тут получается, пока я не пройду вечери, сделано уже все, что я мог. Но хоть одну ветку почти что загубили. Так, что-нибудь открылось? Dragon. Perfect of Dragon. А почему он открылся? Так, можем сделать табличку. Ага. Аугумент. Так, 10 драконьего миганта. Так, на всякий случай, вдруг тут что-то осталось. У-у-у. Ну, такие легкие. Так. Но вы злые на меня? Нет. Вы уже не те, вы не помните, как ваши коллеги на меня нападали, да? Так, идем домой. 57. А, 57, потому что... Так, йод, идем домой. Хоми. Звук. Так. Это нафиг надо. Это нафиг надо. Незерит. А он так ничего... О, вот этот. О, Blue Firestone. Usage. Я могу сделать Blue Fire Sword, Blue Fire, Fire, Blue Fire, голубой, голубого огня Sword, который мне нафиг не нужен, Blue Fire Blow, и самое главное вот эти вот, так, Blue Stone, раз, два, три, четыре, Ice Stone, ну, в принципе, это дает летать, но она не очень выгодна, честно говоря. Ага, летать, Angel Ring, ясно. Ну, то есть, ватчер мне пока что не нужен, в смысле, от слова совсем. Так, это мы забираем. Вот эти вот надо скинуть. Так, драконик. Моя думать, сейчас драконик занимать. Так. Что от нас требуется? От нас требуется... Так, можем начать чуть-чуть делать драконик. Colored Stone. Так, драконик. Странно. Почему она открылась? Драконик Evolution. Вот эта табличка. Это по-быстренькому. Оп. Есть контакт. Climb Reward. Три пыльки.
Дальше. Ты от нас требует драконик Игонт. Рецепт. Как тебе эффективнее получать? Эссенция. Одна. Дракониум Бленд. Это Том Крафт. Точно знаю. Драконим Блэм как получить. Что-то не нету. На тебе дракон. Это Том Крафт. Дракониумом 2. Ладно, не будем париться. Возьмем, сколько мне надо? 10. Раз, 3, 4, 5, 6. Надо будет накопаю. Так, рецепт, драконим, ага, это экстрим крафтинг, драконим блок, масс зависимость, это вообще без шансов, да, так, ну, я понимаю, что я сейчас это зря все делаю, оно мне сейчас, ну, во всяком случае, секундари ресепшн койл, ну, хоть что-то дали. Так, это я сделал. Charge Draconium. Так, тут меня не пустят. Charge Draconium. Блок. Рецепт. Charge Draconium. Charge Draconium. Дракониум блок. А, вот из-за чего. Дракониум блок. И... Это, по-моему, надо запердолить вот сюда. Ага. 100 миллионов. Ну, так-то... Работай, штука. Не хрен прохлаждаться. Да, не с моей энергосистемой 100 миллионов. Ты ж ё, ох, ты ж ё. Ну, тут этот довольный, этот вырабатывает. Но, во всяком случае, смотрите, не особо, минус уходит система энерго. Ну, заряжает. Ну, пускай заряжает, что мне жалко. Как раз к концу получу этот дракониум. Так. И за него я получу автодизенчантер. Ну, ради этого, я так думаю, стоит миллиона, да, тем более энергия у меня почти что бесконечная. Так, дальше, что я еще могу сделать? Дальше я могу вот этого чувака, зомби пигмана, поставить на постамент. Вот сюда. Вот. О. Он мне дал наггетс. Спасибо большое. Блин, а я не получил... Ага, надо будет этих вачеров поубивать, получить хотя бы с него статуэтку. Этого я помню, убивал, этого убивал. Надо будет немножко по боссам, а что ли, пройти, халитовую броню какую-нибудь получить. У меня это работает. Так, что у нас тут? Я вот это перерабатываю вручную. И что самое интересное, Diamond Pickaxe, если их соединять, даже пробовать чинить, вот. Таким способом они не объединяются. Она как была один, так и осталась один. Смысл их соединять никакого. А если использовать, то... А, можно будет и использовать. Так, подождите, использовать их можно. RefTool, Haste Module. То есть испорченные можно израсходовать, да? Ага. Haste плюс модуль. Эффективность 3. А вот это новость. Все, ну ладно, пускай собираются. Вот, ну что, я думаю, на сегодня, наверное, хватит. Так, вы тут расплодились. Маленький есть? Есть. Так, как у вас тут, Изавра? Работаешь? Ты с киркой. Кирки у вас есть. Работа 32. Хорошо. 57 опыта. Так, что у меня энергосистема? Не вижу. 2 миллиона из 100. Этот еще не разрядился. Надо, наверное, вот этот побольше реактор сделать. Во-первых, он будет
экономичнее, а во-вторых, как бы, так, подождите, что я сюда приперся? Вот, а во-вторых, поприятнее. Вот, не знаю, наверное, следующую серию на камеру, не на камеру, займусь расширением реактора. Уже маловат, маловат. Если 100 миллионов надо, то тут надо ставить этот 5 на 5-5 реактор с охлаждением криотиум. Поэтому за кадром, ну, в принципе, заряжает, что я могу сказать. 36, 36, не вижу. 37 миллионов. Блин, даже сейчас, извините, я тут пальцем смотрю. 38, а мне надо 1 миллиард. Не, 100 миллионов. В принципе, я могу подождать и получить его такие. Он же только этот нужен, да? Детектор. В принципе, не быстро. Так, что тут дает? Рецепт. Это я точно не сделаю. Так, еще можем посмотреть, что нам еще открылось. Раз я его сделал, Preparing Dragon. Вич, вич, вич. Вич, 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 ничего. Incentive Mode of Magic. Это я не могу. Guardian of the Place. Эти цветы, они мне ничего не открывают. Вот этот вот Террасталис. Ну, это, наверное, в следующей серии Террасталис займемся. Эти мне пока что не нужны. Потому что вот это я уже могу сделать. А, вот эту надо, эту сделать. И Potent Score. Ну, это я за кадром сделаю. То есть, в следующей серии планирую сделать вот это вот. Зарядить этот Core. А сколько у меня здесь было? 800 миллионов, да? Вот. Ну, пускай за 51. Вот, следующую серию, наверное, заряжу. Это следующая серия, я так наивно полагаю, да? Я его заряжу. Вот, аугмент секунд... Это можно сюда кинуть. Так, подождите. Что мне тут за ерунда творить? Куда ты ударил, молния? Я же слышал, что куда-то она ударила и что-то разворотила. Где на моей базе проблема? Так, вот, жителей сюда перевел, чтобы они меня на хоб-хоблинов не реагировали. Так, ребята, вы тут живые? И даже работаете. Непонятно. Ладно, на сегодня это закончу. О, чувак. Вот пауки вылазят каким-то макаром, я не знаю каким, но они вылазят. Наверное, надо еще слой сделать, чтобы они мне не вылазили. Что-то они уж очень у меня там выскакивают. Вот. Ладно, я пошел спать. Мы сегодня серию кончаю. Извините, если серии будут как бы задерживаться. Так, спать я могу? Могу. Вот. И уж как видите сами, уже много занимает закадровая работа. Сколько у тебя миллионов? 66. Вся моя система работает на полную, да? Гайджу. Не то, а три. А что ты нужен вообще-то? Я тебя использую. Блютониум. Для чего особенно не нужен? Вот. Ладно, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. С вами был Альвинос. Извините, если серии начнут задерживаться. Закадровые работы я уже предупреждал, очень много появляется. Так, иди сюда. Вот. Что-то сижу, думаю. Molten Shard. Так, а вот эту штуку мы уже можем повесить. К. Хотя, подождите, это еще можно. Индекс Contribution. Вау. Чар драконьего блок. Ясно. Все, пока.